преддверии больших перемен. Раньше уже были октябристы, кадеты и другие выли. Говорили, 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 не замолкал язык. Пришел гегемон и всех надел на штык. Преддверие больших перемен. Никто из них не понимает, что он смазка для штыка, не знает. В том числе сильно умные консерваторы, либералы, продуманные. Воры будут воровать, болтуны будут болтать, профессора будут спорить, кричать и вздурить. Это будет до поры, когда начнут менять свои полные собрания сочинений опять на спички и хлеб. А поглупее, которые будут просто работать. Мы строили, строили, мы строили, строили клептократию. И, наконец, называется власть воров. Всего мало, а всех много. Будь здоров! На всех всегда не хватает. Мы строили, строили и построили клептократию. Финансистов, которых полюбили, видит, что академию еще не допилили. Привет! Сейчас мы этим займемся, в будущее науки вольемся. Как могут определить бухгалтера и финансисты будущее науки и без рецептов садисты? И как сложившимся безобразием управлять? Не сесть, не встать, не съесть, лишь красть. Мы строили, строили, мы строили, строили клептократию. И, наконец, построили, называется... Власть воров, всего мало, а всех много. Будь здоров, на всех всегда.